А сколько ты просыпаешься, если 8 часов стримишь уже? Я просыпаюсь примерно в 8 утра по Еревану, то есть за час до... Плюс час от МСК. Ту-ту-ду. Так, ну давайте начать игру. Сложность. Обычная, стандартная для разработчиками история, для полного погружения. Повышенная сложность боя, при которой существует наносит больше урона. Окей, давай. Мне кажется, это может быть немножко этой... Кеной, да? Не знаю. Может быть, нет. Жесть, какой у нее ASMR. Let's just continue with the rescue brief. Wait, something's wrong. Анимешка красиво очень нарисована. Vic! Бунька. Ту-ту-ту-ту. Жарко. Какие-то флешбеки из детства, что ли? Видимо, да. Чат, а ну всем плакать. Чё не плачете? Я слежу. Ты плачь. И ты плачь. И ты. Рикс, плачешь уже? Как это объяснит ее любовь к животным и... Желание спасти эту планету, которую поглотила коррозия. Какая-то, наверное, не знаю. Табитха? Are you there? Ну хоть джип не такая плоская, как в этой... В... Как там игра называлась? Во Флинтлоке. Добро пожаловать на Аву, вылечите раны. Целебный отвар, 3 штуки. Нажмите 1, чтобы излечиться. Так-то лучше. Я как будто себя, знаете, как будто в выживаче каком-то вначале почувствовал. Тогда я здесь, я жива, только полевое оборудование. Табит, ты на связи? Заберитесь на возвышенность. Может, если залезть повыше. Да, именно так это и работает. Она же наверняка не в нескольких световых годах от тебя. Давай просто заберемся повыше. Ну, вообще, мы не знаем, конечно, где она, но как будто бы она осталась, я не знаю, на земле, допустим. Какой странный графон. Ну, такой мультяшненький. Да не, графончик хороший. Тяночка красиво вроде нарисована. Что за Fortnite? Вот Fortnite напоминает какой-то, да, мультяшностью. Есть такое. Есть такое. Эй, wait! Обнаружено существо. Открыть авопедию. А, прогресс исследования. Кразли. Кто бы мог подумать, что мне доведется увидеть стадо тираннозавров. К счастью, кразли немного меньше. Сфотографируйте кразли. Сфотографируйте зараженного. Погладьте. Используйте полезную способность. Видите, какая человая милота, наверное, будет в игре. Спасите вид. Завершите исследовательские задачи. Зараженный. Окей. Это что за покемон? Да, это немножко покемоны будут явно. Быстрый доступ. Брелоки. Брелок Олев Прайма. Грибы. Нельзя собрать. Видимо, нет. Если вы присядете в высокой траве, вас никто не увидит. И так вроде никто не видит. Ну.
Ну, кажется, зверек все равно убежал. Ага, вот они. Целая стая. Нельзя упускать такой шанс. Надо субтитры побольше сделать, очень маленькие. В смысле, зачем ты встала? Фотоаппарат. Как вы делаете снимок, открывается важная информация о существах и других персонажах. Добавить базу данных. Oh, это Геншин! Мы будем фоткать... ну, сохранить. Take a gallery picture. Интересно, оно сохраняется куда? Укус может обрывать веревки и опускать мосты. Okay. Так, да, надо сделать по... субтитры побольше. Большой масштаб субтитров. Следующую ноту отключить ленту новостей. В смысле, я не попал? Нормально все. Ну, такой реально немножко Геншин ивент про фотографирование монстров. Ух, ёпта, я думал, все, конец. Целебные отвары, окей. Интересно, а как-то карту и можно уже посмотреть? Дерево навыков, база данных, карта нет, пока нельзя, обучение. Терпел крушение на космическом корабле, у тебя нет связи с другими людьми, самое время пофоткать фауну. Она же ГГ с сюжетной броней не сдохнет в дикой природе. Да. Ну видишь, это у нее супер крутой фотоаппарат. Он. Какие они дерпыши! Посмотрите на них. What a beautiful creature. Какое прекрасное создание. Может обрывать веревки и опускать мосты. Здоровый. Такие совы, дерпыши, блин. Так, тут типа секреты будут? Нет? Видимо, нет. Я случайно хилку выпил, хотел фотоаппарат нажать. Вот и вот почему музыка из Короля Льва играла в начале. Все, конец. Вот и вся история. Не самая мягкая посадка в моей жизни. Еще нет связи с Табитой. Возможно, если я заберусь повыше. Скорее портативный медсканер, чтобы узнать, можно его есть или нет. А фото побочный эффект. Need some help? Здрасте. Скажи, что ты сломал? Ноги, да? Что? Нет, я в порядке, я просто... Подождите-ка, вы говорите на моем языке. Ты не первый человек, упавший на аву. Блин, теперь я чувствую себя, как будто я в японской визуальной новелле, потому что они поговорили в начале, а потом вдруг внезапно стали просто говорить «а?». И полностью не озвучено. Вечно вам мыть свои маленькие ножки, очень жаль. Что нет, с ногами все в порядке. Сильные ноги, хорошие ноги. Как скажешь, что ты делаешь на аве, сильные ноги? Я прилетел вас спасти. Меня зовут не... Ты прилетела спасти меня? Только что провалилась в огромную яму. Да, ну... Застрял в развалинах, потому что упавшие за тобой камни перекрыли выход, да, только... И ты переломал себе все ноги. Да вовсе нет. Я думаю, спасать надо не меня, я спасаю не только вас, как бы вы там, кем бы вы там ни были. Заражение, мы пытаемся сохранить целую всю, да неважно. Как скажешь, сильный. И вообще, хватит обо мне, что вы здесь делаете? Я кое-что ищу. Это, знаешь что, это неважно. У меня такое чувство, что теперь долго искать не придется. Ну ладно, как бы то ни было, мы оба тут застряли. Ну я вытащу нас отсюда как-нибудь, сейчас только осмотрюсь. Антарийский храм на утесе. А где мы? В руинах? Да это я вижу, но где, что тут? Разве ты не сказал, что хочешь смотреть? Пошнырять тут и там. Можешь потрогать старые предметы и все в таком духе. Ну, точно.
Почему вы так хорошо говорите на моем языке? По-твоему, это так сложно, что, ну... Mm-hmm. А, вы люди так любите отвлекаться, выход помнишь? Да, конечно. Окей. Зачем что-то объяснять, правильно? Зачем что-то объяснять, если можно не объяснять? Это инфекция. Изображения, которые я видел, они передают этот запах. Че, наверное, ее тоже сфоткать надо, да? Вот мне интересно, эти фотки реально мне в скриншоты куда-то идут, или... А, какой милый. Прогресс исследования. Сфотографируйте зараженного, сфотографируйте... Короче, каждого моба по одному разу всего фоткать надо, так что ничего страшного. Блин, да я Лара Крофт какая-то. Ну, Буб, конечно, не Лара Крофтовый, но в целом. Думаю, фотки идут в файлы игры. Может быть. Потому что, судя по всему, вот тут именно мои фотки. То есть вот это реально я эту фотку сделал. Вроде бы, наверное, как будто бы. Ну и когда тот ящер открывал рот, типа тоже. Блин, что-то каким-то железом пахнет. Вода. Неприятно. Сейчас она найдет древнее инопланетное оружие, чтобы сражаться с монстрами. Ты чё пугаешь-то? А, только оружием будет флейт, на самом деле. Если чуть проспойлерил в брифе, что, как, когда читал про игру. What is this? Да, это флейта, судя по всему. Хотя ХЗ вообще на посох больше похож. Может быть, я еще не нашел флейту? Не знаю. Увы. Не, все же это, походу, посох. Там просто флейты, что-то надо будет животными управлять или что-то такое. Световой меч, хочешь сказать, она последний джедай? Ну, кстати, она бы легко влилась в тусовку новых модных джедаев от Диснея. Типа вот в тусовку девочек в... в Акалите, во, я вспомнил, как это называется. Вы, люди, просто не можете держать себя в руках. Ну, естественно. Простите, что? Ты нашел его и просто вырвал, без лишних вопросов. Восхитительно. А вы про этот посох, простите, я не знал. Ну, не переживай, сильные ноги. О, Нафитар, его-то я и ищу, это древняя реликвия. А вы? Верно, я археолог. Вы, наверное, хотите забрать этот свой Нафитар. Держите. А, не, не надо, оставь его себе. Вы же собираете древности. Да я не могу целый день таскать с собой старую палку. Эта палка поможет нам отсюда выбраться. Включи мозги. Видишь вспученную землю. Это иссыхание преграждает нам путь. Нефитар создан антарийцами много веков назад. У них были свои способы бороться с иссыханием. Может, просто водой полить? Нам просто нужно знать, как. Нефитар может бороться с иссыханием. Удерживайте кольцо связи. Коуч активен. Нажмите центральную кнопку, чтобы переключать автоматическую камеру. А, слушайте, он реально поливает водой. Вообще, он как будто бы высасывает воду. Как вы назвали инфекцию иссыхания? Хорошее название для болезни, убивающей планету. Не все так считают, но да, мне тоже кажется название подходящее. Что за нафитар такой? Как он работает? Это я и хочу выяснить. Может, если мы... Знаешь, не бери в голову, не обращай внимания на мою болтовню, как и все остальные. А те древние создания, как вы там их зовете? Антарийцы. Я изучаю их всю жизнь. Были развитой цивилизацией, можно и так сказать. Большинство нам назвали бы их несознательными. Но я считаю по-другому. Ну, интересно, выбор сложности... Уменьшает скорость высасывания цветков? Очень надеюсь, что нет. Блин, ну и чё, я вот думал, тут секрет будет, а тут ничего.
кстати, игра очень плавная и хорошо идет. Чувствуются все 120 FPS. Никаких микропросадок, никаких проблем с этим... со спайками, ничего вообще. Супер кайф. Мистер Археолог, посмотрите, что я нашел. Through stone we teach. Через камень мы учим. Че? The ancient Atari. Древние антарийцы водружили их по всей Азии. Это камень мудрости. Видишь надпись? Через камень we teach. Мы учим. Is there a language you don't speak? Есть на свете язык, на котором вы не говорите. Вижу, ты не так много знаешь про нас. Now. Put the Nafitar into that slot. Ну, я его потеряю. Go on. Trust me. Быстро она ему доверилась. Да, так-то инопланетные расы, кто его знает? Чего они хотят от этих людишек? There it is. Вот она, антарийская мозаика. What? It's fractured. Maybe we can... Так, я их могу крутить? А, я их могу крутить. Ой, блин, если я могу их крутить, то это может быть не так-то просто. How could I fit the pieces together? Подожди, то корни, то есть это, блин. Короче. That's it. Keep working on it. О, а я молодец. Короче, вот этот пойдет сюда. Блин, или нет? Блин, я говорю, я реально в Геншин попал. Что это такое? Нужно сделать в 2024 году игру без лагов. Да. Я тоже удивлен. Это похороны. Антарийцы закапывали своих близких в землю. Но для каждого тела они выкорчевывали дерево. Затем они заставляли дерево парить над могилом, как указатель. Хотите сказать, что их надгробия парящие деревья? Кринж. Ты удивлена? У вас людей своя магия, у антарийцев своя. Блин, какое расточительство по поводу деревьев, конечно. Ушун на время поднимает охваченных иссыханием существ в воздух. Лишает их возможность сбежать или напасть. Этим заклинанием можно поднимать некоторые предметы. Нажмите ЛКМ, чтобы остановить связь. Нажмите Q, чтобы использовать заклинание, пока соединены с иссыханием. Which in your language? The effect is temporary. Still, this new ability might help us find a way out. Зарыть в землю своя магия. Ага, я понял. Мне кажется, звуковые эффекты хочется потише сделать. Да, прям вот сильно потише. Ага. Сосем цветы. Ну, хотя бы цветы. Вы исследуете руины в одиночку, не боитесь подцепить инфекцию? Да, я опасаюсь иссыхания. Но настоящая беда в том, что большинство нам не заходит слишком далеко в руины антарийцев. Я своего рода энтузиаст. Я много работаю в одиночку, а я тоже. Так что это за штука? По правде говоря, я не знаю, но он мощный, потрясающий, гениальный. И много у них было этих штук у антарийцев? Да, по-моему, вы знаете очень много. Начинаешь рано увлекаться древней цивилизацией. Мы с детства нравились всякие живые существа. Да, ты не соскучишься на Аве. That crash down there. It's in pain. Там внизу кризли его словили. Soon it will be a withered one.
crazed, aggressive. Perhaps we should... Human. Ага, его надо успеть сфоткать сейчас будет, этот проклятый. Совершайте рывок при помощи альта и пробел, чтобы прыгнуть в опасные моменты. Это действие расходует выносливость. Да, ну, боевки я здесь хорошие не ожидаю, конечно. Сохранить в галерее. Ай! И это самый слабый моб, как бы, да? Окей. Оп, вылечили. Да. Ладно. Так, а если я его... Да, я могу его поднять. Так, а выносливость у меня нижняя полоска. Хваченные с дыханием объект, который соприкасается с поглощающим лучом, автоматически объединяются. Ну, боевка, конечно. Ух. И вот ради этого мы явно сложность выбирали. Вообще все банки уже просрал на первых мобах. Помочь существу. Ghostbusters, да. Что ты делаешь, человек? Я прилетел сюда ради этих сущсознаний. Прилетел, чтобы спасти Кразли. Скажешь, здесь, чтобы спасти. Всех. Well. Looks like we found our way out of here. So, Mr. Archaeologist. Что ж, мистер археолог, как вас зовут? Let's see. На вашем your языке меня зовут. My name is... What is it in Nam? А на языке Нам? Нимар. Нимар. Вообще Нимар, он сказал. Чибик. Чибик представляет. Вик, ты меня слышишь? Табита, ей! Я слежу твой КПК. Но я тебя не слышу, твой микрофон. Проклятое радио, я прав. Загрузил координаты твою карту. Действуй по плану. Доберись до старой базы Олег Прайм. Активируй тамошний телепорт. Действуй по плану. Надеюсь, он меня слышит. Вруби этот старый телепорт, Вик. Вы не знаете, где база Земля, на которой она говорит? Конечно, ну слушай, ты не можешь просто взять и добежать до старой хибары. Почему это опасно? Ее стражит какое-нибудь свирепое создание? Ну, в некотором смысле, да. Хонло, это вождь Нам из поселения, которое находится как раз между нами и вашей базой. Вот, так вы считаете, вожди будет интересно узнать, почему земляне снова начали разгуливать по Аве? Вам лучше встретиться и пообщаться. Кто знает, может, ты даже понравишься Хонло. А, идем. Так, ну и что тут? Ну, open world, авопедия. В ней появились другое дерево в воздухе. Доступно задание. Прокачка даже какая-то будет. Дерево навыков. Прикольненько. По-моему, пока гигачил на игрухе. Что-то вот реально близкое к Кене, мне кажется. Обнаружено растение. Зеленая эссенция. Растет практически везде. Очень распространенная. Слушайте, основной очень действенным ингредиентом для мазей и настоек. Ой, я бы бахнул настоек. Хотя я вчера уже попил настоек. Я всегда за бахнуть настоек. И в открытом мире не лагает, обнаружено существо. Какие-то лошадюни. This creature is really amazing. Ну, фотография здорова. Окей.
Бросок. Чего не могут грибковые препятствия разрушать? То есть мы будем брать животных с собой. Септи. Снова люди. Да, я. И чё? Проблемы? Какие они забавные. Эй, спасибо за фоллоу, Vita Roots. Если вы впервые видите мой стрим и вам нравится, я, да, вот, стримлю всякие новиночки, рогалики и всякое-всякое чулово. Family friendly контент, там, без матов, да. Что она здесь делает? Мы видим человека. Я прилетел помочь. Мы говорим с ним. Отвечает она. Типичные земляне. Скажи, почему мы вернулись на Аву? Но я-то не вернулась. Это мой первый. Послушайте, мы прилетели, чтобы спасти обитателей. Инфекция. Иссыхание. Его невозможно остановить. Ваша планета умирает. У нас на орбите биоковчег. Мы хотим спасти всех, кого сможем. В том числе и нам. Вот оно что. Это весьма нагло. Простите? Ты провела слишком много времени с ним, Ри. Аву не нужно спасать. Аве не нужно лекарство, здесь нет проблемы. Ну вот что, при всем уважении. Можешь уважать нас сколько угодно, но пока ты не начнешь уважать Аву, ты не поймешь. Ну, простите за вторжение. Вы можете хотя бы подсказать, где найти старую земную базу тут поблизости. Это все, что тебе нужно, чтобы покинуть нашу планету. Есть еще кое-какие дела, ну да. Если я не свяжусь со своей напарницей, то застряну тут навсегда. Тогда мы поможем. Поговори с Ваехти. Они интересуются старым человеческим барахлом. Не спрашивай, почему. Ваехти тебе помогут. Серьезно, почему так хорошо говорить на моем языке? Еще один человек, который не знает своей истории. Неудивительно. Последние люди, побывавшие на Аве, привезли много материалов. Мы с удовольствием говорили с ними, и они отвечали нам. Мы быстро научились. Как быстро? Всем хватило несколько дней. Что? Мы уже слышали подобные возгласы удивления. Значит, вы все от природы одаренные языковые маньяки. Правильно, термин полиглоты. Мне придется поверить вам на слово. Видите, ваш человеческий язык лиричен, чувствителен, гибок и приятен. Чего нельзя сказать о его носителях? С кем вы говорите, я должна поговорить с Ваехти? Говорит, не совсем как Нимри. Это он говорит, не как мы, и не так, как всем нам. Болтовня людей вертится вокруг одного слова. Я, мне, мое, меня. Интересно, причуда вашего языка и мышления, но для нам не существует я. Мы осознаем себя, Хунлу, но мы часть нам, всего народа, мы всегда мы. Тебе будет сложно это понять, ну и как бы вали отсюда. Красивое... Красивая, человая игруля. Так, ты же можешь по лестнице забираться? Можешь, молодец. Блин, а мне точно сюда. Кто бы мог подумать? Скорлупа Кранора. Так, а что, какие-нибудь грибы, можно? Быстро бежит. Так, ну мне как будто вот сюда, да? Вахти. Простите, вы случайно не... О, землянка, ты вернулась. Как здорово, что ты вернулась ради иссыхания. Отличная новость. Ты случайно не принесла? Мы забыли слово. Пишущие палочки. Ручки? Да, мы их очень любим. Ручек у меня нет, извините. Скажите, а это радио? Можно им воспользоваться? Мы хотим поговорить со старыми друзьями с Земли. Я тоже хочу, но приемник сломался. Если смогу добраться до ближайшей земной базы, база Алиф Прайм, мы ее знаем. Давай укажем на твоей карте. Дверь не открыть, но есть еще один способ туда попасть. Туда понадобится этот инструмент. Найди такую маленькую, как бы это сказать, штучку. Маленькую штучку, ну спасибо. Механизм канатной дороги. Исследуйте заброшенную базу землян. Пойдем. Игра будет 1000 стоить. Я думаю, плюс-минус, наверное. Я не знаю, сколько. Я не видел инфу о стоимости. Лепесток Ландышара. Ландышар. Звучит как обзывательство какое-то. Эй, ты, Ландышар. Вот вижу пару ландышаров в чате.
Здрасте. А это и есть база, видимо. Активировать канатную дорогу. Окей. Да, ну ты ландышар вообще. Пахнет цветами и слабостью. Нужна энергия. Включить генератор. Ну вот опять ДБД. Кто мог подумать. И здесь она нас настигла. Для подружек. Кажется, она более чем, больше, чем подружка. Чем-то похоже на Wavetail и Slime Rancher. Ну, на Slime Rancher, мне кажется, может, разве что графоном. Слава богу, ты в порядке. Когда твой сигнал прервался в атмосфере. Со мной все хорошо. Слушай, ты не поверишь, что я тут нашла. Я вижу, зачем ты это с тобой таскаешь. Эта штука поможет вылечить инфекцию. Очень интересно, на какой дистанции? Радиус действия, скорость подачи. Ну, он дотягивается на несколько метров. Занимает некоторое время. Довольно медленно, конечно. Вик, я знаю, о чем думаешь, но нас всего двое. Не думаешь, что это поможет тебе спасти целую планету? Ты ведь знаешь, что сказали бы твои родители. Блин, так это терраформинг. Конечно, действуй по плану. Кстати, о плане, как там оборудование для укрощения? Какого такого укрощения? Не играл случайно в Гештальт Стивен Синдер? Нет, эту метроидванию я пропустил. Не знаю, насколько хорошая идея, но здешнее население нам, похоже, крепко сдружилось с местными созданиями. Может быть, кто-то из них сможет помочь нам, ну, если мы собираемся спасать создание. Лучшего варианта у меня нет. Я спрошу об этом у своего друга. Твоего друга? А ты думаешь, кто помог мне сюда добраться? Ты останешься здесь? Пока да, но я собираюсь разбить лагерь в поселении нам. Удачи, я бы не сказал, что их вождь само радуши. Почему нам не доверяют людям? Последняя команда Алефа, они занимались исследованиями и просто наблюдали. Наверняка не удалось избежать пары мелких ссор. За 20 лет обиды должны были позабыться. За 25. Возможно, не позабылись. Почему нам всегда говорят про себя в множественном числе? А это? Физиология совершенно не похожа на человеческую. Мы еще многого о них не знаем. По сути, для нам не существует он, она, только они. Ты привыкнешь. А как они тогда размножаются? Ну, можешь их спросить. Вежливо. Заинтересовалась. Записка к доктору Маргарет Тюр. Мишель, надеюсь, ты захватил с собой туристические ботинки, мой юный друг, потому что по этой планете придется немного побродить. Руководство доверило мне установку телепортов и канатных дорог. Ты найдешь станции, которые я обустроил тут и там. А также несколько канатных дорог, чтобы тебе было легче забираться на горы и прочие труднодоступные места, сомневаешься наш коллега-доктор Кратевас будет ими пользоваться. Он почти не покидает свою лабораторию. В любом случае, будь осторожен. И помни, относись к нам с уважением. К нам. В конце концов, мы здесь гости. То есть они как нам, типа мне, только нам. Поняли, да? Ёлки, кайф. Поэтому они, типа, мы, типа, они. Слушай, ну тут такой прям открытый мирочек, судя по всему. То есть вот я могу идти по квесту, а могу пойти туда и увидеть опасных ури зараженных. Блин, какие-то размытые у меня фотки получаются, конечно. Все, сохранить в галерее. А, вот что имелось в виду под цепной атакой. В прошлый раз-то я не заметил. Больно, блин. Буп. Так, а что мне вообще за это дают? Зачем я это сделал? Ну, типа, я спас двух лошадок, и чё? Погладить их можно теперь. О, какая милота.
Вот зачем я это делал, чтобы погладить лошадку. Горизонт завален. Сори, я не очень хорош. Попуги какие-то. Это не те самые совы. Да, это они, дёрпанные совы. А, какие они смешные. А тебя можно погладить? Нет, походу нет. Ау! Они агрессивные. Там. Землетрясение может откапывать зарытые предметы. Можно вас погладить? Вот они закапываются. Кажется, здесь есть рыбалка. Ликующий водопад. Всегда говорит, есть что-то за водопадом. Ну пойдем проверим. Блин, крутая вода. Если снизу смотреть. Блин, она не шутила. Аптечка. Вы получили аптечку, собери еще одну, и общее здоровье увеличится. Ха-ха. Со стола доктора Мишеля Дюпона. Маргарет была права. Как хорошо, когда есть место, где можно расслабиться, передохнуть. Жизнь на этой удивительной планете бьет через край. Мы уверены, что найдем все, что нам нужно. Тут хватит дел до конца жизни. Даже старый зануда карати вас не может скрыть возбуждение. И нам, кажется, рады нашему присутствию. Коротышка Ваэхте приходит день за днем и задает все новый вопрос. Поразительно, как быстро местные принимают нашу манеру общения. Просто поразительно. Со стола доктора. Кстати, я почти левел точно. Какая же ферма, я чуть не уверен, что будет. Хаза. Здесь скорее исследование, не? Ну, крафт тут явно будет. Я вот сейчас какие-то ингредиенты собираю. Да? Блин, аж три лошади. Не, стрёмно. Коты какие-то. Причем столько покемонов. Ну, видишь, каждый покемон умеет что-то свое делать. Их потом флейтой будем подносить там... резать какие-то веревки и так далее. Нашел своего человеческого друга, сильные ноги, ага. Мой вопрос покажется странным, но ты не знаешь хороших пастухов. Это не странный вопрос. Да, я знаю септи. Они живут на холмах. Отлично, мне нужно идти. Есть для них одна работенка. Стой, подожди, возьми это, флейта. О, спасибо. Пастухи нам довольно замкнуты. Чтобы привлечь их внимание, иногда нужно быть креативнее. Три, чтобы сыграть на флейте. Вы открыли что-то новенькое. До-до. До-два, до-один. Окей. До-до пицца. Хоть это и не реклама. Че, пойдешь за мной? Блин, мне кажется, чтобы их за собой... Звать нужно, типа, выучить эти песни, да? А поскольку я не знаю ноты и не умею их слушать, придется искать. Так, это что за желтый такой цветок? Не работает, похоже. Пепперони, привет. Мы тут челебосную игру играем. Блин, он снизу все такое. Нет, ну у него здесь дом. И целебный отвар. И грибы. Как раз такую и ищу. Ну, пока такой гиг зачил. Лошадочки. What a beautiful creature.
Септи. Простите, вы... как там говорит Немар, быть креативнее. Чё это за шум? Приятно знакомиться, я Вик. Итак, люди вернулись. Пожалуйста, сделай нам одолжение. Больше никогда не дуй в эту флейту. Сурово слушать Септи. Нам с напарницей нужен пастух. Мы хотим, чтобы кто-то направил создание в наш... Создание Авы доверяют только ее песням, а пастухи доверяют только созданиям. Ты понимаешь, землянка? Хорошо, тогда я буду просто ходить туда-сюда и играть на этой флейте случайные ноты. Пока. Подожди, ладно, добрая землянка. Нам незачем ссориться. Может, мы все-таки поможем. Отлично, пойдем вместе. Что людей порабощены собственным разумом. Эй, вы не могли бы? Это шум, заглушающий все остальное, гвалт их мыслей, их забот, их прошлого. Флейта, возьми ее в руки, успокой буйство разума и услышь ноты души. Песня травы. Так-то лучше. Пойми, у каждого уголка Авы своя песня. У джунглей болот дюн. Мелодия, которую только что выучил, песня травы. Теперь с тобой заговорят обитатели лугов. Но чтобы заслужить их доверие, землянка, ты должна научиться отвечать им. Так, это вот какие-то сети, может быть, их можно порвать как раз. Приручите Ури неподалеку. Существо поет, существо ждет, когда вы повторите за ним. Существо не понимает вас. Сыграть на флейте, имитируя издаваемые ими звуки. Нажмите 3, чтобы сыграть, перемещайтесь, чтобы выбрать, какие ноты сыграть. Ей, прикольно, кстати. Отведи Ури к этому. Ури доверяет тебе, что ты чувствуешь? Я чувствую себя странно, голова кружится. Я могу сосредоточиться, но мне спокойно. Дыши, почувствуй, как ноги прочь стоять на земле. Следующая часть может показаться странной. Сначала сыграй песню травы. Удерживайся, чтобы активировать авозрение. Некоторые атаки очень сильно наносят урон. Бросок может разрушить грибковые препятствия. Установить связь. Преодолевать препятствия с помощью существ Авы. Используйте Ури, чтобы сломать ближайшее препятствие. Вот та... Так мы в аватаре, получается. Ну, почти. Только мы к ним не присасываемся своими волосами, да, а поем. Спасибо огромное, спасибо. Вы даже не представляете, как это будет полезно. Мы просто рады, что твоя музыка стала лучше. И помни песни Авы, но ты, конечно, прекрасно. Песня рождается в паузах между ними. А теперь ступай. Этап, наконец-то нам согласились... Отлавливать существ? Нет, научили это делать самостоятельно. С помощью музыки. Я теперь как дудочник из сказки. Артистка. Сумасшедшая вот так. Главное, что это работает. Пробую подвести несколько существ. Проверить, чтобы что это работает. Курильницы. В некоторых особенно живописных уголках встретятся курильницы. Сыграйте в таких местах на флейте, чтобы заработать очки исследований. Вот это медитация. Это почти как писать... Почти как писать хокку в... Цусиме. Только дуть во флейту. Баз данных планшеты. Блин, я прокачал один стат, но мне пока не дают прокачку. Так, песня Ронар, блин. Ну вот за что? Ну вот почему, Пепперони? Ну, я тоже Геншин вспоминал, когда начал в эту игру играть, но не настолько же. Ну. Дуть надо запоминать или подсказки? Так есть же подсказки, да. Я, кстати, наверное, мини-мапу закрываю, не знаю. Давайте я подвинусь.
Телется с другой стороны. Ну, класс. Не, кайфовая игрушка пока что. Прикольный, че вообще. Типа существ на Ави вам встретить существа трех. Дружелюбные, дикие и инфицированные. Дружелюбные доверяют вам, позволяют себя гладить и даже будут следить за звуком ваш флейт. Дикие могут либо убежать, либо напасть. Таких существ нужно приручить с помощью флейта. Тогда станут дружелюбные. Инфицированные будут атаковать, чтобы стали дружелюбными, нужно избавить от инфекции. Не, немножко мискликнул, но теперь можно его погладить, посмотрите, он милый. Так, как там в него вселиться, я забыл. Установить связь. Может перескакивать мосты и существ, разорвать связь, укус. Убрать веревки. И опускать мосты. Спасательные боты помогают телепортировать здоровых существ на биоковчег, заманивать здоровых существ в область воздействия, взаимодействовать со спасательным ботом, чтобы телепортировать существ поблизости. Вот оно как. Так мы настоящие инопланетяне, получается, здесь. Спасти 10 штук. Блин, это Palworld! То есть мы воруем коров. И вставляем анальные зонды. Вы только в кого? А можно их заставить работать? Ну, пока нет. Вначале их надо будет это развести, да, наверное. Здорово, Родач, здорово. Да прикольно довольно игруха пока, кайфово. А, то есть они все сразу... У этой игры нет 1% величия Palworld, если нельзя по мотивировству людей. Осуждаю, кстати. Да-да-да. Hey, I'm doing this for you. Оля. Кажется, стамина-то закончилась. Ребятушки, пойдем, пойдем. Динозаврики, мы уходим. Мы улетаем на другую планету. Вам здесь нравилось? Теперь будете жить в загончике. Пойдем, пойдем в загончик. Загончик. Ух, что эти люди. Опять все испортили. Плюс одно очко наук. Отлично, боты справляются. Я разбил лагерь в последний нам. Загляни ко мне, как сможешь. Так, и что, я здесь, интересно, все зачистил? Типа, существа неподалеку, да? И вроде не должно быть. За что грибы собрать? Маяк убежал, но все, мы тут типа всех собрали, поэтому. Блин, как круто играть в 120 FPS. Это такой кайф.
Песни Авы. Встретить Стабитой в деревне. Понятно. В чем смысл игры собирать покемонов? Ну да, ловить. Ну она типа сюжетная. Мы пытаемся спасти планету, на которой разрастается какое-то увядание. И оно поражает в том числе и животных. А мы пытаемся отправить их на ковчег. Ну хотя бы какое-то определенное количество там мальчиков, девочек, наверное. Так, нам развесили по всей Аве музыкальные подвески в знак своей любви к природе. Фотографируйте их, чтобы задокументировать традицию и получить опыт. Look what we got here. Блин, глаз чешется еще. Закапываю быстренько. Зону увядания, да. Да, игра для зачила, чисто вот такой вот адвенчурка, приятная, человая. Я думаю, многим зайдет. Сделано очень кайфово, выглядит красиво, вот такая, ну, мультяшная графика очень хороша для таких игр. Супер вообще кайф. Ну ты даешь Табита, прям как дома, ага, уютно, правда? Да, и мигающий экран, и прям вишенка на торте, мы идеально впишемся. Хватит язвить, дорогуша. Нам нужно это оборудование для исследований. Посмотри на свой КПК и поймешь, о чем я. Дерево навыков. Вы можете прокачиваться. Ей. Карманы для очки навыков. Дополнительные ряды в рюкзаке. Да я у меня вроде... Не было проблем с рюкзаком. Позволяет на ограниченное время увеличить мощность луча. Максимум маны для сверхмощности. А, ну я только это и могу пока вкачать, судя по всему, да? Симба, ты будешь королем. Видишь? Все, куда простирается глаз, это будет твоя территория, Симба. Поздравить на гри... Да, я понял. При двойном нажатии кнопки уклонения сможете перекатиться дальше. Ага, но при этом луч прекратит действие. Блин, да я лучше это не буду качать. Заклинание Ушун теперь действует дольше. Это которое поднимает врагов. Позволяет фокусировать камеру, замедляя время, чтобы сделать более качественные снимки. Особенно полезное свойство при съемке агрессивных существ. Вот тут пассивочку вкачаю. Выглядит полезно. Ушун. Как дела с нам? Они не добавляют, не заставляют тебе проблем. А что, должны? Я не знаю. Вождь Хон Ло, похоже, не в восторге от гостей. Последние земляне, которых Алеф отправил на Аву, возможно, произвели не самое лучшее впечатление. Но у нас все будет по-другому. В конце концов, мы здесь, чтобы спасти их. В том-то и дело. Мне не удалось убедить Хон Ло насчет инфекции. Нам не хотят уходить. Так, измени мнение вождя. Сыграй какую-нибудь модную музыку. Споем серенаду. Не думаю, что моя флейта влияет на мозг нам. Просто поговори с вождем, я знаю, ты что-нибудь придумаешь. Пока продолжай собирать тех, кто не спорит. В итоге нам нужны существа со всей Авы, из джунглей, болот. Рука, загребущая Миядзаки, и сюда добралась. Но сейчас я отправлю больше спасательных ботов на луга. Что бы ты там ни делал, не посылай мне зараженных, а то здесь будет бардак. Просто не делай этого. Если нам не доверяют землянам, зачем вообще говорить на нашем языке? Это еще одна особенность нам. По-видимому, они не связывают негативные ассоциации насчет людей с самим языком. Интересно. Может, язык для нам — это что-то вроде музыки, они полностью отделяют его от носителей. Неважно, откуда взялась мелодия, если она хорошо звучит, ты здесь думаешь, что причина в этом? Я не лингвист, Вик. Я лишь знаю, что у нам есть свой язык. И вот мы тоже должны спасти. Почему он так поразительно свободно владеет языком? Наверное, невероятно, правда? Предыдущая команда говорила об этом в своих отчетах. Передали несколько нам книги, аудиозаписи, эти материалы распространились и быстро. Через две недели все известное население свободно общалось с людьми. Связано с тем, как устроен у них их разум. Сколько видов нам нужно спасти? Сколько ты сможешь найти? Нам нужны существа из всех четырех биомов Авы. Луга, джунгли, болота и дюны. Нам нужны самые разнообразные виды. Я сама займусь составлением списков. Блин, офигенная раса существ. Их можно просто распространить по всему миру и использовать в качестве переводчиков. Тогда обычным людям не надо будет тратить свое время на то, чтобы становиться переводчиками. С другой стороны,
все равно приятнее знать язык, чем пользоваться переводом, да? Почему Олев послал только нас двоих? Тут полно работы. И думаешь, охота тратить кучу денег и ресурсов на планету, которая, скорее всего, погибнет? Понятно. У меня такое чувство, что мы здесь только потому, что кто-то из руководства неравнодушен к этому месту. Понятно тогда. Ладно. Поговорить с вождем. Хуйло. Ой. Слышь, ты, хуйло. Мое почтение и лучшее пожелание, вождь. Пожалуйста, просто скажите здравствуйте, как нормальный человек. Хорошо, здравствуйте, как поживаете? Мы взволнованы. Где, там, где мы раньше видели одного человека, теперь мы видим двух. Лагерь Табита не причинит вам никакого вреда, но я понимаю, мы люди не внушаем доверия. Может, я могу чем-нибудь сделать, чтобы доказать, чем, что могу помочь? Мы ощущаем Аву как часть себя, ее поднимающиеся ветры, ее заходящее солнце, по крайней мере. Большинство из нас. Мы иногда забываем, что люди, вы не понимаете нас, потому что вы не можете нас почувствовать. Да, помогите мне понять, помогите почувствовать. Ты можешь кое-что сделать, чтобы улучшить наши взаимоотношения. Поселение нам на Аве уже довольно давно отрезано друг от друга, но иссыхание. Мы хотим отправить послание в дальние деревни, приглашение собраться. Нам слугов устраивают вечеринку. Да, мы, Тамура, Лан, хотели бы увидеть наших сородичей. Мы надеемся, что они найдут сюда дорогу как-нибудь. У нас есть ритуал объявления о собрании. Ты видел дерево с лентами в нашем поселении? Это дерево сородич. Здесь на лугах растут еще три таких, все с лентами. Пойди к этим деревьям. За каждым из них наблюдают нам. Попроси их дать тебе ветвь радуши. Нам нужны эти ветви, они у нас, как по вашему приглашению, на вечеринку. Важное задание и духовное. Когда достанешь три ветви, отнеси их нашему гнезденышу Абони. Это типа ваш ребенок? Наш гнезденыш, они будут ждать на вершине башни. Отнеси ветви, а Абони займутся всем остальным. Если это поможет собрать всех нам, мы, нам ста, было бы проще. Что? Ничего. Я все сделаю. Надеюсь, не на более глубокое понимание вашего пути. О, великий вождь. Просто говори до свидания, ладно? Как раз рождается гнездёныш, просим прощения. Ну, Абони, вот что это? Мы как-то что, поясни, будь любезно. Ну, как вы это, как бы, в общем, нам... Ай, неважно. Вы сказали, что поселение нам на Аве отрезано друг от друга. Случилось давно, после закрытия ворот, многим пришлось нелегко. Каких таких? Скоро увидишь. Если сородичи смогут найти сюда дороги, будет кайфово. Хорошо. Где искать эти деревья? В джунглях, в болотах, на западе, а третье на юге. А, понял, то есть так просто не найти. Слушай, ну обучение мы уже...